Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лилия Донскова. В этом видео мы разберем очень важный вопрос. Мы с вами просто поговорим, чтобы вы поняли, насколько важно заложить правильный фундамент в построении своего бизнеса и понимание, как приглашать людей в команде, потому что люди – это главная ценность нашего бизнеса, потому что нет людей, нет товарооборота – нет денег. Соответственно, да, мы ищем людей, и нам не нужны все люди, вообще все подряд нам точно не нужны. Нам с вами нужны целевые люди. Я называю так людей, которые сами ищут возможности, как зарабатывать. Или если вы нацелены на организацию высокого товарооборота, то люди ищут, где купить этот продукт, именно ваш продукт. И в первую очередь мы разберем ошибки, с которыми сталкивается новичок. Которые делают новички, я сама такая была и допускала кучу ошибок, которые просто тормозили мое развитие в бизнесе, и я не получала желаемых результатов, необходимых мне денег и удовлетворения. Итак, что главная ошибка? Это если вы сразу кидаетесь приглашать людей, навязываетесь им и не делаете подготовку. То есть важно сделать подготовительную работу. И в первую очередь разобраться в себе, для чего мне этот бизнес. Мы об этом с вами чуть позже поговорим. То есть без подготовки не приглашаем. Не пытайтесь работать как-то, как показывают в интернете. Например, смотрите YouTube, вводите, как регистрировать в Oriflame или как пригласить в сетевой. И начинаете, как многие делают, смотреть видео, хватать какие-то идеи, говорить, о, сейчас я это попробую, попробовали, не получилось. А сейчас я вот это попробую, оп, тоже не получилось, провал. И третьей попытки может уже не быть. Потому что, когда нет результата, наш внутренний, да, мир, наш мозг начинает саботировать, и мы не идем дальше. Поэтому никаких новых способов, никаких новых методов мы с вами не ищем. Я вам дам четкую систему, как выстроить свою работу и автоматизировать ее максимально, чтобы у вас было больше времени на себя и на семью, чтобы вы не умирали перед компьютером и думали, боже мой, зачем я сюда пришла, я столько времени трачу перед монитором, что просто можно сойти с ума. Нет. Автоматизация – это равно свободное время, это равно удовольствие, это равно входящий поток. И еще одна большая ошибка, если у вас нет цели и видения развития бизнеса. А чтобы эта цель и видение у вас сформировалось, вы обязательно проходите одну консультацию стратегическую, где мы делаем распаковку. Если вы ее до сих пор не сделали, то прям напишите мне в личном сообщении, что вы еще не проходили распаковку, и мы ее сделаем, потому что этот очень важный процесс. Этот процесс очень важный. Итак, какие методы приглашения существуют? Мы разберем один список, это не экологичный. То есть я его так называю, потому что это не просто неприятно людям, которым вы пишете, навязываетесь, лезете к ним, пристаете, хватаете за рукав. Но это в первую очередь может также отразиться и на вас. Один раз обратились, получили отказ, как ушат воды, да, холодный. Второй раз, третий и так далее. Итак, первый неэкологичный способ – это брать просто список знакомых и начинать всем писать. Идем ко мне, я тут бизнес затеял, или какие-то брать шаблоны. Мы раньше использовали так. Я нашла подработку в интернете, тебе интересно, деньги нужны, пойдем расскажу. То есть это, в принципе, неплохой метод, он не страшный. Но если вы решите работать способом, да, проработки своего круга знакомых, то сначала вы идете также через мою консультацию, и мы проговариваем, а как можно пригласить знакомых так, чтобы это выглядело классно. И в любом случае сначала подготовка. Сначала вы внутри должны сформировать видение, для чего я это делаю, для кого, какой результат я хочу получить, какой результат получат люди, которые пойдут со мной. То есть это важные вопросы, которые будут у нас с вами разбираться. Рассылка без разрешения называется спам. И я вас умоляю просто, вот буквально на коленях, никогда не рассылайте спам. Потому что это
Столько минусов в карму, это такой откат просто назад и в энергетическом плане, и в психологическом, и отношение к вам в принципе, да, людей, то есть на вас сразу вешают вот эту вот табличку «спамер», и люди уже не видят за вами ни личности, ни интересного человека, ни просто приятного человека. То есть вы тут же просто оттолкнете людей от себя раз и навсегда. Приставать ко всем подряд и навязывать свое предложение. Метод макеты или баннера. Его тоже многие любят, и он приносит результат, когда вы делаете какой-то баннер, на нем делаете свою фотографию, пишете там, ну, например, ищу двух человек на работу онлайн, и просите кого-то из своих знакомых разослать этот баннер по своим, или разместить в статусе, или разместить в сторис. Да, этот метод работает неплохо, но, опять же, это навязывание и это лезть к людям и просить их. Если вы хотите, просите. Да, если как бы вы готовы получить вот эту волну негатива, но я этому вас учить точно не буду. А также метод, я сама им работала раньше, это поздравлять людей с днем рождения. Мы вроде бы как бы пишем: приветствую, с днем рождения, желаю вам счастья, любви и так далее. Незнакомый человек смотрит и говорит: ого, поздравляют, даже незнакомые люди, я звезда. А на следующий день мы пишем: ну что, как прошло день рождения? А работа-то вам нужна? Или а вас интересует дополнительный доход? Или, как же я писала, а можно я вам сделаю деловое предложение? Или вы рассматриваете деловые предложения? А можно я вас кое-что спрошу? То есть, ребят, это нечестно. Это нечестно по отношению к людям. Когда я это поняла, до меня это долго, да, не доходило, я как бы брала вот то, что рекомендовали, я брала и думаю: ну раз это рекомендуют вышестоящие, раз это у них работает, значит и у меня сработает. Но это нифига не честно к людям. Поверьте мне, это неправильно. Если вы хотите действительно построить бизнес хороший, основательный, фундаментальный, то начинайте его строить именно с закладки фундамента. А об этом чуть позже. Или работа с объявлениями в группах. Вот это вообще провальный вариант, когда люди пишут «ищу работу» или на Авито есть раздел «ищу работу», и вы там предлагаете, что я набираю сотрудников. Ребят, это тоже нечестно. В каком плане? Люди ищут работу за деньги. Это не ваша целевая аудитория. Это люди, которые хотят отработать месяц и получить ЗП. Хотя бы 15-20 тысяч. А если вы их приглашаете в наш бизнес, то вы должны понимать, что это не моментальные деньги. И не такие. Можно заработать. Можно за месяц собрать команду директорскую, делать товарооборот 300 тысяч и получить 30 тысяч. Но это получается у единиц. И люди, которые сидят на досках объявлений, ищут работу, это не те люди, у которых есть такие охренительные таланты, что они придут и за месяц соберут такую команду и запустят такой товарооборот. Поверьте мне, люди, которые талантливые, умные, грамотные, они уже нашли себя и уже у них есть, да, свой доход. Они не сидят на таких досках. А те люди, они просто на вас обидятся или придут и скажут: ты мне обещала зарплату 30 тысяч. И где она? Я даже 1000 не заработал. Давай мне 30 тысяч, где мои деньги? Значит, вы все врете, поэтому не нужно этого делать, да, и не будьте навязчивыми, да, и такими вот, как вот тут котики, которые пристают к людям. Экологичный список, он очень короткий. Это работа с входящим потоком целевых людей, которые сами интересуются вашим бизнесом или продуктом. У меня кошка ходит, орёт, зовет меня с ней пообщаться. Вот смотрите, что такое входящий поток и как его организовать? Это очень быстро сделать, если делать по шагам. Я вам дам конкретную инструкцию. После распаковки, когда мы с вами поговорим лично, мы найдем точки, от чего мы будем отталкиваться. Идем сюда, идем. То есть мы найдем ваши ценности, вытащим, да, по какому пути вы пойдете, потому что вариантов несколько, он никогда не может быть один. То есть мы вытащим экспертность, либо она уже у вас есть, либо мы ее будем прокачивать.
чтобы вы стали экспертом и интересным человеком. Итак, вам нужно будет пройти обучение, в котором вы сможете определить позиционирование, видение бизнеса. Вы произведете все подготовительные шаги, сделаете настройки, автоматизируете все возможные процессы. Я этому вас научу. Пройдете практику по работе с входящими заявками. То есть мы научимся, как проводить консультации, чтобы люди говорили «да», «да» и все. И ни других никаких вариантов. И вы научитесь делать запуск новичка в бизнес, потому что, когда вы создадите поток людей, вам нужно будет понимать, что с ними делать, какой первый шаг, какой второй, что им говорить, как с ними разговаривать, куда их направить. Поэтому вот такие у нас будут простые и очень интересные шаги. И сейчас, чтобы у вас было понимание, как пройти вот этот маршрут, да, и как не наломать дров, я вам сделаю такую схему. Смотрите, когда мы начинаем работать с вами, с людьми в интернете, онлайн, и нас окружает огромное количество людей, и среди этого количества людей есть люди, которые нам не нужны, и мы неинтересны, наше предложение неинтересно. Да, пусть они идут дальше, куда они шли, и занимаются тем, что им интересно. Ваша задача — привлечь тех людей, которым интересно ваше предложение, но пока эта аудитория холодная. И они становятся вашими гостями, то есть они переходят из холодной в гости, то есть заглядывают к вам на страничку, в вашу группу и видят, что вы интересный человек. Вы их чем-то зацепите, общими ценностями, которые им откликнутся. И как эти ценности найти, да, я вам уже говорю, это мы будем делать с вами на личной распаковке. Далее. Человек становится лидом. Лид — это тот, который уже, да, начал прогреваться. То есть он уже хочет больше узнать о вас и о вашем предложении. И этот человек подписывается на рассылку в ВКонтакте. Это называется сендлер. И я вас научу, как подключить эту рассылку, чтобы она у вас работала. Он подписывается на рассылку. То есть он получает от вас подарок, который мы сделаем дальше в практиках, он утепляется и покупает. Он покупает ваше предложение. То есть он говорит: да, мне это интересно, я вижу, что это серьезный человек, я вижу, что это интересное предложение. Он говорит: да, я хочу к вам в команду. И он становится вашим другом, либо партнером команды, или адвокатом бренда. Адвокат бренда — это человек, который еще продолжает наблюдать, который продолжает прогреваться, но он уже за вас горой. Он уже говорит: да, вы крутая, я могу рекомендовать этого эксперта смело, потому что этот человек знает, что он говорит. И вы понимаете, что если вы выберете первый неэкологичный способ, то он идет вот так вот. Вы из холодной сразу хотите, чтобы он у вас покупал ваше предложение. То есть вы минуете вот это вот утепление, вот этот момент, когда вы проявитесь для человека как специалист, как профессионал. И я вам делать этого не рекомендую. Это 100% нерабочий вариант. Из-за этого огромное количество людей приходили в сетевой, просто потому что их уговорили, убедили, дожали, да, вот просто привели кучу аргументов, и он думает: ну дай попробую. Но это не целевой человек. И он сливается после первого видео, он уже говорит: я не хочу его смотреть, мне лень, мне некогда, мне неудобно, мне это неинтересно, и зачем я вообще на это подписался? И может даже вас внести в черный список. Вам это нужно? Вам это нужно? Конечно, нет. И если вы пришли в команду к Донсковой, то значит, вы будете учиться работать экологичными методами. Понимаете? Я другими не работаю и свою команду не обучаю. То есть у нас автоматизация, у нас профессионализм, у нас прокачка своей экспертности. Да, это не быстро. Но поверьте мне, рассылка спам — это тоже не быстро. Это огромный труд. Это чувствуешь себя вечно каким-то, я не знаю, я чувствовала себя ничтожеством. Я чувствовала себя ниже плинтуса, когда я отправляла людям сообщения, поэтому я бросила этот метод и стала обучаться, как работать через автоматизацию. Итак, готовы идти со мной к цели? Готовы вместе со мной развиваться и становиться экспертами, профессионалами? Если да, то нажимайте следующую кнопочку, и мы с вами уже лично встретимся и наметим план действий. С вами была Лилия Донскова. До встречи!